О мерах по обеспечению пожарной безопасности говорили на совещании с руководителями объектов потребительской сферы. В местах массового пребывания людей эта тема всегда важна и актуальна. Подойдите к этому моменту самым, так сказать, ответственным образом. Пересмотрите все, что касается вопросов пожарной безопасности. И даже больше. Лучше перестраховаться, уважаемые коллеги. Мы несем вместе с вами прямую ответственность не только за качество и безопасность услуг, которые мы предоставляем сегодня населению, но и, безусловно, вопросы антитеррористической, противопожарной безопасности. Поэтому все, что сегодня входит в паспорта безопасности, все, что сегодня является слагаемым противопожарной безопасности, все это должно быть освежено, приведено в порядок, проинструктировано, проревизировано и так далее. В этом плане не может быть никаких отсрочек, это нужно сделать в кратчайшие сроки. Заместитель главы района подчеркнул, насколько важна в таком направлении, как пожарная безопасность, дисциплина и ответственность. О нормах пожарной безопасности, которые должны неукоснительно соблюдаться, предпринимателям рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности Лабинского района Михаил Трегубов. Он также напомнил, что халатность или неорганизованность предпринимателей может привести к плачевным результатам. К нам ходят единицы. Вот либо те, кто начинает, либо тот, кто через пожар уже прошел. У нас единицы, кого я могу назвать и сказать, действительно может дать благодарственное письмо человеку, там, который ратует за это дело. И он действительно сопереживает этим моментом. Все остальные, я уже свою такую позицию выбрал, живут в точке зрения пожарной безопасности по остаточному принципу. Остались деньги, что-нибудь сделаем. Замначальника отдела надзорной деятельности еще раз подчеркнул, чтобы за любыми возникшими вопросами предприниматели обращались в отдел. Там помогут организовать работу максимально безопасно и для персонала, и для потребителей. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».